Глава Люберец Владимир Ужицкий посетил предприятие «Радар-2633». Он осмотрел производственные цеха и пообщался с коллективом. Предприятие, входящее в систему Министерства обороны Российской Федерации, создано в Люберцах в 1945 году и изначально называлось 2633-я база ремонта и хранения вооружения. Сейчас здесь трудится 120 человек. Они осуществляют сервисное обслуживание командных пунктов и комплексов противовоздушной обороны. Данное предприятие, оно работает в системе Минобороны, Росвооружения, занимается именно ремонтом боевой техники, самой разнообразной. Это уникальное предприятие, где есть и современные технологии, ну и требуется такой индивидуальный труд. Это гордость и за вооруженные силы, и за коллектив, который работает на данном предприятии.